Всем привет! Сегодня, сейчас, я вам покажу такой примерчик, как сделать так, чтобы ваш код собирался только под конкретную архитектуру. Только под одну и все, под другие не собирался. Ну, для этого, конечно же, можно еще под разные архитектуры создать различные файлики и там, короче, производить всякую магию с их включением, но сейчас не об этом. Архитектуры, вот основные архитектуры, основные, самые популярные. LP32, в которой short 16 бит, int 16 бит, long 32 бита, long 64 бита. Эта архитектура характерна для Windows 16, для 16-разрядной Windows. И LP32, она характерна для 32-разрядной Windows, также для Unix и Unix подобных систем, то есть это Linux, Mac и подобные системы, в которой short 16, int 32, long 32, long 64. Также есть архитектура LLP64. Она характерна для Windows 64-разрядной Windows. У нее short 16, int 32, long 32, long 64. И не PLALP. LP64, она характерна для Unix и Unix подобных систем. Linux, macOS и подобных, да? Для которой short 16, int 32, long 64 и long 64. То есть смотрите, даже в этом случае у нас есть различия. То есть в этом случае вот 32-разрядная Windows и Linux и Unix подобные системы, а вот здесь 64-разрядный Windows и 64-разрядный Linux имеют разный размер типа long. Ну, вот так вот бывает. Так вот, как же сделать так, чтобы заставить ваш код собираться, ну, конкретный файлик, да, под нужную вам архитектуру. То есть бывает и архитектур много, это самые популярные. Есть даже такая архитектура, где char 16 бит и short 16 бит. Вот такое бывает, да. Char, обычный char, который как бы везде по, ну, в основном 1 байт, ну, 8 бит. Так вот, как же это сделать? Сейчас я вам просто покажу. То есть, ну, для расширения своего кругозора, возможно, когда-то кому-то пригодится. Если нет, ну, все равно интересно, как это можно сделать. Ну, в самом простом случае, то, как мы это использовали, когда нам нужно было в наших проектах, делалось вот так вот. Size of char равно 1. Ну, к примеру, давайте проверим архитектуру вот эту виндовую. Да? Ну, там размер char 1 байт. Так вот, если равно 1, то 1. Иначе минус 1. Вот, смотрите, вот сейчас мы сделаем под виндовую архитектуру и попробуем собрать этот код под линуксом. Теперь, так, давайте тут assert char, assert short, assert int, assert long и assert long. Вот так вот. Теперь тут пишем short, тут пишем int, тут пишем long, тут пишем long. Long, King Kong. Так. Теперь смотрите. Для этой архитектуры, конкретно для винды, что у нас должно быть? Здесь должно быть размер, ну, в байтах, да? Это 16. Ой, блин, 2 байта. Дальше. Вот здесь у инта 4. У лонга 4, у лонг-лонга 8. Кстати, есть такая архитектура, я же говорю, там где один char, короче, равен типа 16 битам. Так вот, там вот этот как бы само понятие байта укладывается в 16 бит. Ну вот такая архитектура, поэтому вот это не всегда корректно. Да? Нам нужно еще узнавать размер битов в байте. Ну, для этого есть всякие макросы, с помощью которых мы это можем узнавать. Но сейчас без этого, без этой наркомании, в целом предполагаем, что байт
он и в Африке байт. То есть это 8 бит, а не 16 бит. Но есть макросы, можно узнать, по-моему, бит или... Короче, надо макросы гугануть, не буду уже. Это я вам обратил внимание. Так вот, теперь смотрите, вот я проверяю на корректность. Давайте попробуем собрать этот код. Этот код не собирается. Почему? Потому что размер лонга в данном случае не 4, а 8. Соответственно, идет попытка создать массив минусовой длины. Этого никак нельзя. Соответственно, вот этот код будет собираться только под вот эту вот архитектуру. Давайте так вот, 8. Но чтобы он собирался под вот эту архитектуру, да, что нам надо сделать? К примеру, аналогичный файлик, другой файлик, в котором будет вот такая вот запись. То есть этот другой файлик будет, к примеру, там подставляться с помощью там макросов, будем определять, возможно, или с помощью системы сборки, это уже не важно. Теперь видите, мы изменили на 8, и мы четко проверили, что вот нужная нам архитектура есть. Ну, когда нам действительно важен размер типа. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки, комментируем, задаем вопросы в соответствующем разделе. Ну и всем пока.